Да, самая ядовитая змея Дальнего Востока. Вообще, как бы, эта дорога, как бы, я ее все не снимал. Вообще, ребята, как бы, это здесь танки ездят. Открыли утицы сезонные. Называется неправильные охотники. Мы не ищем легких путей. Уже часа два нахуй. Такая. А? Да я говорю, ищем, не ищем легких путей. Уже часа два такая дорога нахуй. Вообще, как бы, эта дорога, как бы, я ее все не снимал. Вообще, ребята, как бы, это здесь танки ездят нахуй. И тут Евгений решил нахуй, что он Евгений ебань. Что он, сука, на. Это, на своем, на заднеприводном, нахуй, этом, квадроцикле, без мата, даже не могу, бля. Проедет туда все. Ой, ё-моё. Пиздец, еще и глохнуть, сука, стал. Это вообще, как всегда, я знал, что просто так, нахуй, не будет без веселья. Может, я сяду, буду подгазовывать? Да, блядь, я же хули. Не ракакал вас двоих потом тащить нахуй. Нет, ну сзади может толкнуть. А я не знаю, что же. Рядом вставай, хули, подгазовывай. Сейчас я все положу. Повернули мы обратно. Я вот сегодня взял путевку. Сегодня третий день, как открылась охота. Ну, типа, ой, еще капец, в море можно купаться. Там и в речке, и в море можно нырять, нырять в море. Вот, и поохотиться параллельно. И хотели вот дорогу пробить танками.
так вот из... выглядим. Ну, только вот так вот. Да и камера, честно говоря, такая же. Уху. Чего весь, короче, стирать придется уже. Просто даже с моим легким весом, не то что квадроцикл сразу просто садится. Ядовитая змея Дальнего Востока. Но. Погоди. Ача. Ах ты, крутится. Не убей его. Это рогатулька. А? Не убей, говорю, рогатулька его аккуратно. Вот она. Ну-ка, тихо держи. Кадр. Да, самая ядовитая змея Дальнего Востока. Угу. Глазки рыжие. Вот такую запомните. Называется щитоморник. Это очень сильный яд у него. Как бы летальный исход даже у животного исходит. Даже у собаки. Собаки, а почему нахуй? Собаки меня тяжело даже не переносят. Кусали, да. Ну, возможно, я говорю, летальный исход. Да, запросто. В принципе, даже и от других маленьких змей. Больших, которые меньше ядовитые, как там полосы, ужики. Даже от них можно умереть, это от человека зависит. И в принципе от самой змеи. Я вам шею напрягает. Ну. Тигровый. Пусти его в речку хочет. Да, никак не видно. А, вон, поплыл. Вот отсюда видно. На солнце. Угу. Фига он по течению. Хуй ему похуй. Сейчас там на берег вылезет. Ка. Открыли утицей сезонной. Утицей одной.